Осенью прошлого года 43-летний мужчина ограбил местную жительницу прямо посреди продуктового магазина. Потерю хозяйка кошелька обнаружила почти сразу, когда попыталась расплатиться за покупки. Увидев кошелек в руках незнакомца, женщина попросила его вернуть, на что мужчина ответил решительным отказом. Между ним и потерпевшей завязалась потасовка, а вскоре он убежал. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 4000 рублей. Посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Видеокамера также зафиксировала момент совершения преступления. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Ранее житель Артема неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение карманных краж. В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия причастность обвиняемого была доказана. Уголовное дело передано в городской суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.